Всем привет! Это ФАК, и я профессор Пуданс. Внимание! Канал Муз-ТВ и программа ФАК объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы, талантливы, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии, то отправляйте свои резюме на нашу электронную почту faq@muz-tv.ru. Тема «Конкурс». Не забудьте про фотографии, без них письма рассматриваться не будут. А теперь переходим к делу. Смотрите сегодня! Velvet Assassin. Игре катастрофически не хватает чего-то своего особенного. Процесс непрерывного убийства немецких солдат со временем становится монотонным и даже рутинным. Diamond Jones. Глаз дракона. Это веселый и красивый квест от отечественных разработчиков. На этот раз главному герою предстоит путешествие по древнему Китаю. X-Men Origins Wolverine. Перед нами полноценный продукт, обладающий самостоятельной художественной ценностью. Анабиос Сон Разума. Перед нами экшен с категории значительно выше среднего, который, впрочем, не обошелся без пары досадных ошибок. Velvet Assassin. Ранее Саботаж. От разработчиков из Replay Studios. Проект для поклонников стелс-экшенов. Для тех, кому Сэм Фишер и Солид Снейк роднее любых других компьютерно-игровых героев. На этот раз нам расскажут про разведчицу Виолетту Саммер, даму с очень непростой судьбой. Velvet Assassin – это стиль в экшен, основанный на реальных событиях, произошедших во время Второй мировой войны. Молодая девушка Виолетта Жабо, потеряв на войне мужа, вступает в ряды британской разведки. На территории оккупированной Франции в качестве агента она проводит несколько успешных операций. Но в итоге ее раскрыли, захватили в плен и расстреляли в Кенигсберге в 1945 году. Игроку предлагают повторить подвиги знаменитой шпионки. Сюжет в игре представлен в виде воспоминаний главной героини. Для того, чтобы успешно устраивать диверсии, устранять часовых, заниматься саботажем и взрывать стратегические объекты, нужно быстро и метко стрелять, а также бесшумно подкрадываться к противнику. Отметим, что в работе над проектом приняли участие разработчики серии Hitman. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 6 ГБ на жестком диске. Velvet Assassin играется как типичный стелс-экшен первой половины 2000-х годов. Это подразумевает наличие множества условностей. Так, спрятавшись в тени, героиня становится абсолютно невидимой для всех остальных персонажей. Сейчас это уже смотрится архаично, зато такие условности четче очерчивают правила игры. Еще одна отличительная особенность продукта – крайняя жестокость. Ближе к середине игры для успешного продвижения вперед приходится всячески хитрить, чтобы прошмыгнуть мимо солдат. Также в игре есть примитивная система развития персонажа. Несмотря на простоту и вторичность идей, наша оценка игрового процесса — 4 балла. И сейчас вы узнаете, почему. Главная ценность Velvet Assassin — в ее красоте и атмосферности. Разработчики признали, что вдохновлялись фильмами Андрея Тарковского. Это действительно так. Особенно это заметно в работе с цветом. Картинка то почти монохромная, то наоборот чрезмерно насыщенная. Миссии, действия которых происходят на закате, выглядят просто потрясающе. Хотя в техническом плане Velvet Assassin и не поражает воображение, но благодаря тонкому чувству стиля и умелому использованию света на игру приятно смотреть. Наша оценка внешних данных — 5 баллов. Чудесный саундтрек, тягучий, давящий. От звуков этой музыки буквально мурашки бегут по телу. Хотя, конечно, это наше небольшое преувеличение. Мы оцениваем звуковое сопровождение игры только на 4 балла и предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры. Мы перестали быть людьми. Мясники в полях тел. Обезумевшие и порочные. Оболочки из плоти, крови и кости. Существа без души. К сожалению, игре не хватает какой-то цельности. Ощущается острая нехватка необычных ситуаций, неожиданных решений и просто зрелищных моментов. Постоянно ползать в тени и резать фашистам горло надоедает довольно быстро. А стелс-условности, которые поначалу придают Velvet Assassin какой-то особый шарм, через некоторое время начинают утомлять. В итоге наша общая оценка игры — 4 балла.
Velvet Assassin – самый что ни на есть среднестатистический представитель категории стелс-экшенов. В механике игры практически нет свежих и интересных решений. Вместо них на каждом шагу встречаются привычные жанровые условности и стандартные задачи, решить которые мы вам поможем прямо сейчас. Первый вопрос. Как мне попасть на второй этаж во второй миссии, когда необходимо взорвать топливный склад? Отвечаем. У стены рядом со сломанной лестницей стоит ящик. Его нужно подвинуть и залезть на него. Как видите, все просто. Следующий вопрос. Что нужно сделать в пятой миссии, чтобы пробраться в доки и достать из сейфа документы? Отвечаем. Перед этим сейфом ходит офицер. Ключ, необходимый для выполнения задания, у него. Следующий вопрос. Как пройти первую миссию «Потерянные долины» в месте, где на мосту два фрица говорят и расходятся? Когда я подкрадываюсь сзади и пытаюсь завалить первого из них ножом, он кричит, и второй меня обязательно убивает. Как быть? Отвечаем. Чтобы правильно использовать нож, не нужно торопиться. Достаточно бесшумно подойти к врагу, и когда экран покраснеет, нажать левую клавишу мышки. Дальше все произойдет автоматически. Китай – одна из самых загадочных и удивительных стран мира. Именно здесь начинается новое путешествие нашего старого знакомого Даймона Джонса, которому на этот раз предстоит разыскать загадочный глаз дракона. События игры «Даймон Джонс. Глаз дракона» разворачиваются в 30-е годы прошлого столетия и берут свое начало в загадочном Китае. Однажды сильный ураган обрушился на барханы одной из пустынь. И когда песок осел, под ним оказался разрушенный древний город. Среди этих развалин исследователи нашли гробницу императора, прославившуюся своей воинственностью и жестокостью. Главный герой, небезызвестный искатель приключений Даймон Джонс, после событий из первой части игры, довольствуется случайной подработкой в Шанхае, ожидая, пока ему подвернется что-нибудь стоящее. Случайно он узнает об истории с гробницей и решает отправиться в очередное путешествие за сокровищами, сделавшими древнего императора таким могущественным и сказочно богатым. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативной и 128 ГБ видеопамяти. На жестком диске Даймон Джонс «Глаз дракона» займет 1,5 ГБ. Хозяин, у меня в кружке ветер гуляет. Отечественные разработчики из GFI создавали свой квест как веселое и увлекательное приключение, построенное на диалогах, простеньком юморе и решении достаточно примитивных головоломок. Судя по всему, разработчики вынашивали свое детище для юных геймеров, нежели для взрослой аудитории. Кроме сюжетной линии, здесь можно найти массу мини-игр, будь то игра в шахматы или составление какого-либо пазла. Четверка за геймплей. Графически игра не претерпела особых изменений по сравнению с прошлой частью, но она и без того выглядит довольно симпатичным. Анимация героев, да и вообще всех персонажей, заслуживает уважения. Она выполнена очень качественно и на высоком уровне. Локации игры вызывают неопределенные эмоции. С одной стороны, они выполнены с детальной четкостью, а с другой, в них чего-то не хватает. Здесь также стоит отметить коридорность локаций. Переходя от одного уровня к другому, доступно не так много вариантов побродить и поболтать. Четверка за графическое оформление. Звук в игре может похвастаться обилием диалогов. Здесь даже рикши говорят на родном для героя языке с довольно смешным акцентом. Но что досадно, все эти диалоги довольно быстро надоедают и начинают резать слух. Они прямолинейны и однообразны, поэтому дождаться, что NPC скажет что-нибудь новое на тот же самый запрос, не приходится. Тройка за музыкальное сопровождение. У меня тут есть одна безделушка. Вот, смотри. О, какой веер! Такой легкий, такой модный. Я могу его взять? Ну, конечно, крошка. Я подумал, зачем тратить слова, когда можно просто сделать тебе подарок. Ты такой милый. Даймон Джонс «Глаз дракона» – безусловно положительный квест. Его вполне можно назвать типичным представителем жанра. Дружелюбная атмосфера, красивая анимация, простенький сюжет, куча диалогов. Проверенный способ заманить геймеров. У GFI получилось по знакомому рецепту выразить свои мысли коротко и ясно, отчего общая оценка игры встала на отметке 4 балла.
Таинственный раритет глаз дракона достанется лишь тому, кто сможет решить кучу головоломок и научится с легкостью обманывать судьбу жителей Поднебесной. Чтобы вам было проще в этом нелегком путешествии, смотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению игры «Diamond Jones. Глаз дракона». Вопрос. Помогите, никак не могу найти жетон, чтобы открыть сейф. Где его взять? Отвечаем. Вам необходимо подойти к пушке, где спит пьяница. Дальше постучать по пушке ключом, затем применить спички. После выстрела пьяница проснется. У него жетон. Код для сейфа 125. Следующий вопрос. Помогите. Я уронил раскаленную печать, а взять обратно не могу. Горячо. Что делать? Отвечаем. В подземелье вам необходимо намочить флаг, который вы взяли у летчика. Этим мокрым флагом и поднимаем печать. Следующий вопрос. Помогите. Осталось заделать последнее отверстие в воздушном шаре. Как это сделать? Отвечаем. Чтобы заделать все дыры, вам понадобится фраг в каюте Карузо, подушка в каюте Мэри, джинсы в каюте Капоне в шкафчике. Остальные дыры залить клеем. Смотрите далее. X-Men Origins Wolverine. Перед нами полноценный продукт, обладающий самостоятельной художественной ценностью. Анабиос Сон Разума. Перед нами экшен с категории значительно выше среднего, который, впрочем, не обошелся без пары досадных ошибок. Смотрите далее. Анабиос Сон Разума. Перед нами экшен с категории значительно выше среднего, который, впрочем, не обошелся без пары досадных ошибок. X-Men Origins Wolverine. Перед нами полноценный продукт, обладающий самостоятельной художественной ценностью. Зима давно позади, а впереди нас ждет жаркое лето, в связи с чем многие могут задуматься о покупке кондиционера или, на худой конец, вентилятора. Но не стоит торопиться, друзья! Мы поможем вам сэкономить на прохладительных напитках и дезодорантах. Вашему вниманию сюжет об игре «Анабиос. Сон разума». «Анабиос. Сон разума» — это украинский экшен-хоррор от первого лица. Главный герой Александр Нестеров отправляется на застрявший во льдах атомный ледокол «Северный ветер», чтобы расследовать случившееся там преступление, предательство и убийство капитана. В процессе выясняется, что на простой поножовщине в кают-компании дело не закончилось. Многие члены команды под действием радиации, холода и сверхъестественных сил потеряли человеческий облик и превратились в чудовищ. Надо признать, все, что касается корабля и его обитателей, в «Анабиосе» сделано ровно так, как и было обещано. «Северный ветер» — огромное судно, по которому блуждаешь часами, причем масштаб удается оценить не сразу. Еще одна причина, по которой исследовать заброшенный корабль не надоедает, так называемое «ментал эхо». Путешествуя по «Северному ветру», герой находит тела погибших моряков и переносится в их прошлое за несколько мгновений до гибели. Задача — понять, что стало причиной смерти, и избежать ее. Например, отобрать у врага винтовку, опустить нужный рубильник или починить сломанный кран. По возвращении из флешбека реальность меняется, и открываются нужные двери. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти. На жестком диске «Анабиос. Сон разума» займет 6 ГБ. Геймплей «Анабиоса» делится на две части. С одной стороны, у нас шикарные блуждания по кораблю, увлекательные, с множеством открытий. С другой — очень устаревшая боевая часть. Противники здесь любят обставить свой выход с размахом. Появление каждого монстра индивидуально. Но как только скриптовая часть концерта оканчивается, мы сталкиваемся с примитивнейшим искусственным интеллектом. От нас тоже не требуют чего-то особенного. Знай себе, стреляй помельче и экономно расходуй патроны. Четверка за геймплей. Сразу признаем, с атмосферой «Анабиоса» все прекрасно.
Декорации нарисованы просто шикарно. Они заставляют верить, что ты находишься на огромном корабле, некогда могучем, но теперь почти мертвым. Пятерка за внешний вид. Озвучена игра предельно грамотно. Перед нами пример звука, который отлично играет на атмосферу. Разработчики показали, что умеют действовать на нервы игрока. Пятерка за звук. Перед нами экшен из категории значительно выше среднего, который, впрочем, не обошелся без пары досадных ошибок. Пройти анабиоз до конца стоит хотя бы для того, чтобы сполна насладиться местной атмосферой и увидеть множество прекрасных, пугающе завораживающих сценок. Боевая часть таких игр вторична, поэтому ее слабость не сильно портит впечатление. Пятерку получает сегодня экшен-шутер от первого лица «Анабиоз. Сон разума». И в самом деле создается ощущение, что где-то на середине разработки сценаристы всей толпой ушли в отпуск. И игру пришлось доделывать без них. Но получилось не так уж и плохо. «Анабиоз» — игра с густой, тягучей атмосферой. О том, как не замерзнуть за полярным кругом, мы расскажем прямо сейчас. Вопрос. На уровне зверя не могу пройти ментал эхо. Что нужно сделать? Отвечаем. В этом эпизоде вы перевоплощаетесь в крановщика, который умер из-за падения стрелы крана. Необходимо добежать до кабины и катастрофу предотвратить. Вопрос. Я оказался в комнате с собаками, которые готовы порвать меня на части. Что делать? Отвечаем. Обратите внимание, что это не просто комната, а кухня. Если не мешать собачкам наслаждаться объедками, то они вас не тронут. Для этого на корточках ползите к двери. У самого выхода встретите собаку, которую нужно будет обмануть. Сбросьте ей кусок мяса. Она отвлечется, а вы выберетесь из этой передряги живым и невредимым. Вопрос. Как справляться с монстрами-македонцами? Я на них все патроны извожу, а они не умирают. Что делать? Отвечаем. Главное здесь не бояться и стрелять очень прицельно. Македонец хоть и мощный монстр, но прицельный огонь не его конек. Так что в этом случае лучше рискнуть здоровьем. Но сэкономить патроны, тем более, что македонец требует целого рожка. Вопрос. Я уже почти прошел уровень, но в конце мне дали много патронов и выскочили монстры. Как их убить и куда бежать дальше? Отвечаем. Справиться с монстрами поможет винтовка. Экономьте патроны и старайтесь каждую пулю использовать с максимальной отдачей. Когда всех уложите, бегите в разлом в стене, который образовался после появления македонцев. Среди всего жанрового многообразия, наряду с классическими файтингами, выделяется еще одна разновидность игр, с которыми персональным компьютерам традиционно не везет. Это, конечно, слэшеры. Новый продукт опытной студии Raven призван исправить столь плачевную ситуацию. Посмотрим, насколько разработчикам это удалось. Тот факт, что X-Men Origin Wolfline появился на свет в один день с одноименным фильмом, в общем-то, не больше, чем удачное стечение обстоятельств. Raven утверждают, что начали работу над своим Wolfline задолго до того, как киностудия Fox взялась продолжить успешный сериал. Все особенности игры обусловлены ее центральным персонажем. За основу взяты три его самые характерные особенности. Знаменитые адамантовые когти, способность к регенерации и, конечно же, уникальное личное обаяние, которое по-английски обозначается емким выражением «badass». Сюжет игры крутится вокруг прошлого Росомахи. И перед игроком, как и в фильме, разворачивается его трагическая судьба и, наконец-то, дается объяснение происхождения адамантового скелета. Системные требования таковы. Двуядерный процессор на частоте 3 ГГц. 1,5 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ видеопамяти, а также 8 ГБ на жестком диске. Благодаря когтям Росомаха в бою прекрасен так же, как Кратос из God of War. Он вонзает лезвие в тела противников, разрубает их пополам и сносит головы с легкостью грацией балерины Большого театра. Специальные яростные приемы, для исполнения которых необходимо копить энергию, традиционно позволяют избавляться от противников с особой жестокостью. На сладкое — фирменный прыжок ножами вперед на 20 и более метров, а также обезглавливание противника вертолетной лопастью. Феерично и крайне брутально.
Наша оценка геймплея – 5 баллов. Выглядит все это очень достойно. Использование технологий последнего поколения позволяет приблизить качество картинки максимально близко к киноверсии. И разработчики пользуются этим на все 100%. Многоплатформенность игры никак не повлияла на релиз, как это часто бывает. Игра одинаково достойно выглядит и на PC, и на консолях. По качеству картинки Wolfrine практически не уступает таким зубрам, как Gears of War 2. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Рычит Wolfrine на полную катушку. За голоса героев отвечают профессиональные актеры. И лицензированный саундтрек дополняет акустическую картину. Наша оценка звукового сопровождения также 5 баллов. Когда Wolfrine был только анонсирован, то реакция играющей общественности была однозначной. Очередной слэшер по мотивам голливудского блокбастера – эдакий бонус к походу в кино. Однако, после релиза стало понятно, что перед нами полноценный продукт, обладающий самостоятельной художественной ценностью. Дело за малым – убедить в этом многомиллионную армию фанатов God of War. Наша общая оценка X-Men Origins Wolfrine – 5 баллов. Еще пара слов о главном герое. Способность Росомахи залечивать любые повреждения представлена тут потрясающим спецэффектом. Раны и даже сквозные дыры на его теле, оставленные неразумными врагами, постепенно затягиваются. Пятна крови смываются, а на физиономии вновь воцаряется злорадная ухмылка. Такой вот он, герой нашего времени. А теперь переходим к ответам на ваши вопросы по игре X-Men Origins Wolverine. Первый вопрос. Какую пользу можно извлечь из ноутбуков, встречающихся в ходе прохождения? Отвечаем. В этих рассказах упоминаются многие события оригинальных комиксов. Из ноутбуков вы можете подчеркнуть историю вселенной X-Men и узнать интересные факты из жизни других супергероев. К примеру, выяснить подробности того, что дальше должно случиться с мутантами. Следующий вопрос. Как пройти место с двумя турелями на том мосту, где Росомаха теряет свою регенерацию? Вторая пушка меня всегда убивает. Что делать? Отвечаем. Обратите внимание на то место, где вы вставляете батарейку. Рядом есть бортовой компьютер, зайдя в который можно выдвинуть металлическую стену и обойти пушки поверху. Следующий вопрос. Как допрыгать по трем статуям рядом с лабораторией? На второй я все время падаю вниз. Отвечаем. Нужно прыгать, прыгать и еще раз прыгать. И в тот момент, когда перед вами появится враг, используя спецприем Росомахи, вцепиться в него. Это движение станет финальным элементом вашего восхождения наверх. Удачи! На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был факт. Кстати, на веб-сайте телеканала Муз-ТВ появился мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Будем общаться. web.muz-tv.ru. Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faq@muz-tv.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!